Программа спецслужб по сбору данных о телефонных звонках рядовых граждан США помогла предотвратить десятки терактов на территории Америки. Об этом заявил сегодня на слушаниях в Сенате глава кибернетического командования США генерал армии Кит Александр, отвечая на вопросы главы комитета сенатора Патрика Лихи. Генерал не смог ответить на вопрос о том, какой процент от миллионов телефонных разговоров, полученных благодаря 215-й статье акта Патриот, помогли в борьбе с терроризмом, но пообещал, что эта информация будет обнародована в ближайшее время. Кроме того, ЦРУ может обнародовать и данные о конкретных угрозах терактов, которые были предотвращены, но для рассекречивания этой информации потребуется специальное разрешение на высшем уровне.